«Экономика простых вещей» – это программа поддержки казахстанских предприятий. Цель – снабжение рынка отечественными товарами народного потребления. К участию допускаются проекты обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса. Предприятия, выпускающие товары народного потребления, сырье и продукты первичной переработки. Льготные кредиты выделяются на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. По экономике простых вещей мы закупили оборудование по производству подошвы и колодки, что позволило нам выйти на большой объем и долю местного содержания на более высокий уровень и снизить себестоимость. Регулярно, ежегодно инвестируем в развитие производства и как в основные средства, приобретаем новое оборудование. И в этом году мы купили 2 магазина. У нас один магазин новый в Астане, один магазин в Алма-Аты. Это все благодаря экономике простых вещей. Займы предоставляются под 6% для проектов обрабатывающей промышленности и под 5% для проектов АПК. При отсутствии необходимого залогового обеспечения государством предоставляются гарантии до 50% от займа. Участие в программе «Экономика простых вещей» позволит нам создать новое производство, построить новый цех, увеличить ассортимент выпускаемой продукции, а также укрепить свое присутствие на международном рынке. Благодаря программе «Экономика простых вещей» мы расширили производство, увеличили мощность завода, были закуплены новые оборудования, что позволяет выйти на новый уровень мировых стандартов по сахарной промышленности. Главное требование для участия – сохранение либо увеличение рабочих мест и рост доходов на 10% после 2 лет получения господдержки. Реализацию программы координирует проектный офис, созданный на базе Национальной палаты предпринимателей. В программу вовлечено порядка 1700 субъектов бизнеса, из которых более 400 проектов получили одобрение по кредиту на 175 миллиардов тенге. Увеличение производства мощности – это что? Это главный аргумент, благодаря которому мы развиваемся. Только месяц назад, благодаря вот именно экономике простых вещей, мы получили кредит 500 миллионов. Именно эти программы на сегодня очень здорово помогают именно казахстанскому бизнесу. По программе «Экономика простых вещей» нам удалось получить льготное финансирование на инвестиционные цели. Мы модернизировали производственные мощности, тем самым значительно увеличили качество выпускаемой продукции. Недавно мы стали обладателями престижного сертификата, выданного Американским институтом нефти API-Q1. Тем самым мы можем конкурировать не только на казахстанском рынке, но и за его пределами. Программа «Экономика простых вещей» позволяет обеспечить внутренний рынок, усилить национальную и продовольственную безопасность, а также оказать поддержку отечественным предпринимателям.